Друзья, всем привет! В этом видео мы будем укреплять наши бедра. Упражнения будем делать из положения лежа. Ложимся, носочки натянуты, колени согнуты и начинаем поднимать ногу. Раз, два, три, опустить. Раз, два, три, опустить. Продолжаем так делать. Каждый раз останавливаемся. Остановка, 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 опустить. Носочки тянем, живот втянут. И теперь просто пружиним наверх. Продолжаем пружинить, не опускаем ногу и сильно тоже не поднимаем. Опустили. И теперь выпрямляем ногу и сгибаем. Выпрямляем, сгибаем. Колено тянем до конца, носок вытягиваем. Вытянуть, положить. Вытянуть, положить. Продолжаем делать. Колено вытягиваем как можно сильнее. Сильно высоко ногу не поднимаем. Следующее упражнение. Вытянуть, положить назад, вверх, обратно. Раз, коснуться пола вниз, обратно. И продолжаем делать. Укрепляем наши бедра, качаем ноги. Здесь также работает пресс. Отдохнули. И теперь делаем коленка, носок, коленка, носок. Продолжаем работать над нашими бедрами, укреплять их из положения лежа. Отдохнули. Следующее упражнение. Вытянули ногу, носок на себя и начинаем пружинить. Пола не касаемся, просто такие пружинистые движения. Носок сильно на себя, а коленка абсолютно прямая. Чувствуем, как наши бедра укрепляются, становятся сильными. Садимся и начинаем поднимать таз наверх. Укрепляем наши руки, нашу попу, наш пресс. Полностью все тело. Это будет последнее упражнение. И потом вы все сделаете с другой ноги. Поднимаемся как можно выше. Наверху зажимаем ягодицы. Продолжаем работать над силой рук, ягодиц, ног. Участвуют здесь бедра, ягодицы, руки. Тело становится сильным, красивым. Еще немножко.